Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала об особенностях турецкой кухни. Сегодня я покажу вам три лучших салата из сельдерея. О пользе сельдерея для организма, а также для нормализации веса знают все. А в салатах к сельдерею еще добавляются другие ингредиенты-помощники, которые усиливают оздоравливающее действие сельдерея на организм. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, как приготовить три лучших, полезнейших салата из сельдерея. Так, салат номер один, главными ингредиентами которого являются сельдерей, айва и имбирь. Я, конечно, весь этот кусочек использовать не буду, но где-то третью часть использую. Друзья, кстати, имбирь очень хороший помощник сельдерею, потому что имбирь улучшает пищеварение и ускоряет обменный процесс, тем самым стимулируя процесс сжигания калорий, необходимый для поддержания нормального веса. Также имбирь уменьшает содержание сахара в крови и стимулирует выработку ферментов, отвечающих за расщепление жира. Но самое главное, имбирь помогает нам продлевать ощущение сытости. Также для этого турецкого салата нам понадобится чеснок, один зубочек, пару ложек оливкового масла, немного грецкого ореха, который мы покладем как вовнутрь салата, так и для украшения, соль по вкусу. Также главным ингредиентом соуса является домашний натуральный кисломолочный йогурт. Друзья, я разрезала лимонку пополам. Сок первой половинки лимона я добавила вот в водичку, в такой вот емкости. Для чего это нужно? Сельдерей содержит много железа, поэтому как только мы его очищаем, он начинает темнеть. Мы же хотим, чтобы в салате он оставался белый. Точно так же и айва. Она тоже содержит много железа, поэтому турецкие женщины, даже когда готовят десерт из айвы или какие-то другие блюда, они всегда рядом с собой имеют вот такую вот посуду с подкисленной водичкой и опускают почищенную айву в такую водичку. Сок второй половинки лимона мы будем использовать непосредственно в салат. В емкость, где мы будем делать салат, я сначала выливаю сок лимона. Сюда же кладу чеснок. Сюда же добавляю оливковое масло. И немного соли я использую где-то 1/3 чайной ложки. Очищаю айву. И кладу ее в подкисленную водичку. Тоненько очищаю и натираю на мелкую терку имбирь. Друзья, так как полезные вещества, которые называют природным антибиотиком, содержатся именно под кожурой имбиря, то нужно очищать очень тоненько. Добавляю потертый имбирь в салатницу. Теперь очищаю сельдерей. Смотрите, имбирь мы чистили очень тоненьким слоем, сельдерей же мы чистим довольно-таки вот толстым слоем. Даже вот я подчищаю вот такие вот места, где очень грубая волокнистая клетчатка, потому что ну, трудно будет желудку ее переварить. Друзья, смотрите, так как сам сельдерей у меня крупный, а в салате я хочу сохранить пропорцию сельдерея и айвы 1:1, поэтому я разрезаю сельдерей пополам и буду использовать в салате одну айву и половину корнеплода сельдерея. Теперь натираю на терке сельдерей и сразу же кладу потертый сельдерей в салатницу. Сразу же нужно перемешать для того, чтобы лимонный сок и оливковое масло покрыло сельдерей, чтобы он не темнел. На этой же терке натираю айву. И сразу же добавляю айву к сельдерею. Все хорошо перемешиваю. Айву можно заменить на кисло-сладкое яблоко. Айва тоже очень хороший помощник сельдерею, ведь айва обладает общеукрепляющими свойствами. Но самое интересное то, что айва благоприятно воздействует на психику человека. Она бодрит и повышает настроение. Не зря ее так любила Хюрем Султан или Роксолана, как ее называют в Европе. Кстати, на моем канале есть видео о том, как приготовить десерт из айвы. Любимый десерт Хюрем Султан. Ссылочку я вам оставляю здесь. Теперь я добавляю орешки. Орешки можно заранее измельчить, но я люблю всегда, вот, чтобы орешки были слегка такие крупные, чтобы на зубок попадали. Поэтому я вот просто так их измельчаю руками.
перемешиваю и постепенно буду добавлять йогурт. Йогурт добавляйте постепенно, по пару ложек. Добавлю еще 2 ложки. Для тех, кто живет в Турции, для этого салата лучше использовать сюзьме йогурт. Это такой вот сцеженный йогурт, он намного гуще, продается в турецких магазинах. Но я все же хочу использовать не покупной, а домашний йогурт. В принципе, мой салат готов, больше йогурта я добавлять не буду. Я добавила 4 столовые ложки домашнего йогурта, и этого будет достаточно. Выкладываю в салат в тарелку и украшаю сверху орешками. Вот такой вот салатик из сельдерея, айвы и имбиря с орехами, соусом из натурального йогурта и оливкового масла с лимонным соком. Кстати, друзья, такие вот салаты в Турции относятся к категории блюд мезе, что означает закуски. И очень часто в турецких ресторанах вам могут принести на выбор очень большой поднос с такими вот закусками в маленьких тарелочках. Турецкий салат из сельдерея номер 2. Главным ингредиентом является сельдерей. У меня крупный плод, поэтому я использую половинку. Сельдерей у меня находится в подкисленной водичке. Также нам понадобится пучок укропа, немного соленых огурчиков. У меня они небольшие, в Турции называются они корнишон, но здесь штучки 5. Если у вас крупные соленые огурчики, то одного будет вполне достаточно. Также нам понадобится оливковое масло. Здесь у меня 1 столовая ложка, так как я буду использовать в этом салате майонез наполовину с йогуртом. И еще один ингредиент — это консервированная кукурузка. Здесь у меня 3 столовые ложки и соль по вкусу. Для начала я нарезаю укроп и соленые огурчики. Добавляю в салат остальные ингредиенты: кукурузку, оливковое масло, совсем немного соли, буквально на кончике чайной ложечки, майонез и пару ложек йогурта. Перемешиваю. И в самом конце натираю на терке сельдерей. И, добавив сельдерей к салату, все это перемешиваю. По желанию пробуйте салат на вкус и можете добавить еще йогурта или майонеза. Я решила добавить еще 1 столовую ложку майонеза. Ну, наверное, как и у всех нас, соленые огурчики как-то у меня больше ассоциируются с майонезом. Ну вот и все, салат из сельдерея с укропом и солеными огурчиками готов. Выкладываем его на тарелочку. Этот салат я украшаю укропом и огурчиками. Для следующего салата из сельдерея номер 3 нам понадобится краснокочанная капуста и сам сельдерей. Я мелко порезала где-то 1/4 кочана краснокочанной капусты и натерла на терку также где-то 1/4 корнеплода сельдерея. Также для этого салатика мы будем использовать сок лимона, оливковое масло, чеснок, соль по вкусу. И в качестве соуса я также буду добавлять майонез наполовину с йогуртом. И вот так вот время от времени помешивая, я протушиваю капусту и сельдерей минут 5 где-то. Капуста и сельдерей уже стали мягче, и даже сельдерей полностью изменил свой цвет. Вот смотрите, сельдерей тоже стал фиолетовым, как и капуста. Теперь я выключаю плиту и даю смеси из капусты и сельдерею остыть. Когда капуста с сельдереем остынут, можно приступить к сборке салата. В капусте я добавляю 1 зубок чеснока. Также сок половины лимона. Насчет лимона хочу сказать, что здесь вы все регулируете по своему вкусу, потому что бывают лимоны кислые, бывают лимоны сладкие. Особенность турецкой кухни состоит в том, что турки все обильно поливают лимоном. Изначально в Турции мне все салаты казались очень кислыми, но, конечно, постепенно я привыкла ко вкусу лимона и теперь также обильно использую его.
Но вы можете добавлять лимонный сок постепенно, по одной ложке. Как мы добавили лимонный сок, цвет капусты изменился. Она стала вот такая вот розовая, действительно краснокочанная. Добавляю половину чайной ложки соли, 2 столовые ложки майонеза, а также 2 ложки йогурта. И решила добавить к этому салату еще и орешки. Я думаю, грецкие орешки также сюда хорошо подойдут. И все перемешиваю. Салат из сельдерея и красной капусты готов. Выкладываю на тарелку. Этот салат украшаю лимоном. Так как в салате есть грецкий орех, украшаю еще и орешками. Салат номер 3 из сельдерея и краснокочанной капусты. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился этот видеорецепт. Ведь здесь был не один, а целых 3 лучших турецких салата из сельдерея. Кстати, если вы заметили, то во всех этих салатах я использовала домашний натуральный йогурт. И вы можете посмотреть видео о том, как сделать йогурт в домашних условиях. Оставайтесь всегда здоровыми, в идеальном весе. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные рецепты турецкой кухни. До скорой встречи!